С победой. Мы в прошлом матче разговаривали, что против Акбарса будет принципиальный матч, и болельщики должны будут помочь. Как сегодня эмоции и состояние? Хорошие эмоции, хорошая победа для Салават-Юлай, для Уфа, для Башкортостан. Так что мы очень рады. Непростой матч против Акбарса, как все предыдущие. Чем этот сегодня отличался или чем был похож на предыдущий матч? Мне кажется, типичный зеленый дерби матч. Много качели, много эмоций. Пацаны бились, пацаны-молодчики. Самое главное, что реализация была в большинстве, что это обычно помогает нам здорово. В таких матчах часто вратари ключевую роль играют, и оборона в первую очередь. Насколько было сложно преодолевать сегодня оборону соперника? Тяжело. У них защитники большие, а у них хорошая оборона, система. Но я думаю, мы провалили сегодня, потому что мы много большинства получили. И это значит, что мы сегодня добавляем ногами, и это хорошо. Насколько была уверенность в том, что после того, как уступали 1-0 после первого периода, сможете в игру вернуться и выиграть? Да, в принципе, такой сезон у нас. В прошлом году, мне кажется, мы всегда лучше играли, когда мы вперед были, а в этом году мы только начинаем, когда мы проиграем. Так что это хороший характер, это значит, что наша команда, у нас есть характер, и у нас есть лидеры, есть новый опыт, и не стесняются играть, когда мы проиграем.